дорогие мои друзья, гости и случайные зрители моего канала. Поздравляю всех с большим православным праздником святых апостолов Петра и Павла и всех, кто носит эти замечательные имена. Петр и Павел, вас поздравляю с именинами. У вас сегодня день ангела. Сегодняшний день желательно провести в спокойном, в таком расположении духа, не ругаться, не ссориться, даже не думать о плохом. И желательно в этот день отложить всякую любую физическую работу, а провести этот день богоугодными делами. Мы же сегодня отправляемся в церковь на праздник, на храмовый день. И всем, кому интересно, поехали с нами! Зеленые крылышки растают. Ой, семья уже класс. Это мама, папа и маленький Остенок. Проверили, мамку заперло. А, да. Там их четверо. Я четвертого увидела. Там их четверо, тебе видно? Угу. Даже пятеро. Ой, класс! Смотри, какие хорошенькие. Он что-то держит даже. Да, у них клюшки. Два взрослых вот с краю сидят и три маленьких. Опа! Главное, они это не внизу делают. Естественные нужды. Это нормально. Красота. Смотри. Забирает что-то. Ай, класс, они завтракают. Видишь, и воробушки там пасутся. А мы весной только видели, когда они прилетели, яйца начали высиживать. Откладывать, высиживать. А уже вон сколько детенышей. Класс. Здесь чистая экологическая природа, поэтому здесь селятся аисты каждый год. Дерутся. Маленькие играются, да? Ну что, поехали дальше. Приехали в село Еленовка, это Магдалиновский район. Простую сельскую церковь, названную в честь святых апостолов Петра и Павла. Сегодня тут будут отмечать храмовый день. Настоятеля этой церкви зовут отец Петр, и у него сегодня именины. Мы сегодня приехали их поздравить и послужить с ними божественную литургию. Церковь достаточно простенькая, сельская, но, как говорится, где просто, там и ангелов состав.
Батюшка, позвольте поздравить от лица прихожан нашего храма Святой Апостольной Марии Магдалины вот таким сладким подарком вас. Ой, с Днем Ангела и с Храмовым Днем. Я обязательно поправлю. Спасибо вам, с праздником. С праздником вас, батюшка. С праздником. Это как всегда. Куда нам ходить? Держи пока.